С сегодняшнего дня на всей территории Коми действует противопожарный режим. Напомним, на юге республики его ввели еще с 29 апреля. А с 12 мая он распространился и на всю северную часть. Это 9 муниципалитетов от Ухты до Воркуты. В целом регион готов к пожароопасному сезону. Это уже выводы Рослесхоза. На сегодня в круглосуточном режиме работает диспетчерский пункт. Больше 150 человек готовы к борьбе со стихией. 157 единиц техники прошли техосмотр. В ЕМВЕК сегодня, к примеру, прошли тренировки пожарных десантников и заступил на дежурство Ан-2. Исходя из прогноза, предоставленного нам авиалесоохраной России, июнь месяц нам обещают и август горимый, а июль, по всей вероятности, будет такой средних температур. Но я думаю, что наше подразделение готово по выполнению поставленных задач. Группы сформированы, десантники обучены, техника подготовлена. Думаю, что справимся. На время пожароопасного сезона готовы временно трудоустроить 118 человек. Напомним, что группа лесных пожарных уже вылетела на борьбу с огнем в Тюмень.